так копаем. Давай, Тась, копай. Вот так вот копаем. Вот так вот, вот так вот. Вот так. О, смотри, уже тут уже дерево. Так, ну так. Ты же и навозводил, конечно. Ой. О, сундук. О, забираем. Так, сундучок мы тоже выкапываем. Так, все, Тася. Стой, 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 стой. Так, сейчас, ну-ка. Оп. О. Короче. Мы в небе. Мы в небе. Короче, дорогие друзья, как вы, наверное, уже поняли с первых секунд, мы запускаем с Тасей рубрику «Выживание на одном блоке». Уже на четырех, между прочим. Уже на четырех. Ну, в общем, друзья, рассказывай, если вы еще не поняли, и вы первый раз на видео. Смотрите, когда мы копаем этот блок, он исчезает, в руке появляется тот блок, который мы выкопали, а на его месте появляется другой блок. И так можно копать до бесконечности, пока мы не победим эндер-дракона. Я думаю, такой сериал вы видели с Ма год назад, и вы просили все, а снимите, снимите, снимите. Но, как бы, вот мы теперь снимаем с Тасей, потому что, ну, это будет интересно, я считаю. Yes! Очень, и, дорогие, собственно, да. В общем, дорогие друзья, ставьте прямо сейчас лайк, подписывайтесь на канал. И жмите колокольчик обязательно, чтобы ничего не пропустить. Да, и пишите, как вас зовут, потому что очень много новых подписчиков, и это очень важно, чтобы мы узнали, как вас зовут. Вот, а то есть тебя как зовут? А, ну, обязательно надо со всеми познакомиться, как меня зовут. Да, как тебя? Это я ну, подожди, потом, когда скажу. Да, 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 ладно. Ладно, как короче, ты? да, когда-нибудь там... А, в общем, друзья, неважно, вообще... давайте, короче, копаем, давай, Тась, копай. А, ты вот этот копал, да? Да, 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 он, видишь, подсвечивает. Все, все, короче, да. Смотри, Тася, короче, копает, отлично. Так, я пока, знаете, что... О, земелька, так, я подбираю. Ты вот ловишь так блоки? Давай, 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 подбирай. Давай, я, короче, вот так стал. О, смотрите, блоки мне залетают, отлично. А есть еще земля? Как? О, смотри! Копать? Что? 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 Где? А тут какая-то надпись была, где-то 10... Ладно, давай, копай, короче, так, оп. Смотрите, мы площадочку расширяем. Короче, Тася, я, смотри, сейчас... Тихо, чё? Тихо, 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 это свинтус, свинтус, свинтус. Только, не толкайся, не толкайся. Так, сейчас я, короче, новую площадку сделаю, аккуратненько, аккуратненько, так, так. Я буду дальше копать и делать. Давай, ты, короче, копай, смотрите, Тася у нас в этой серии капун, короче, а я, короче, буду строитель. О, тут сундук, тут сундук, бери. О, отлично, так, сундук, друзья, у нас сундук по курсу, так, все, давай. Отлично, сейчас я здесь сделаю небольшую площадочку. Короче, смотрите, друзья, мы вот так сейчас будем строить наш скайблокич. Тась, пока я тебе поставлю сундук, складывай туда, все. О, у меня тоже есть, смотри. Давай, все, выложи все, что у тебя есть. У меня ничего, ничего нет, я так потом буду вылаживать. Не, у тебя есть, есть, есть. Что у меня есть? У меня есть 5 блоков земли. Вот. И дубовое дерево. Отлично, все. Это то, что мне нужно. Так, все, я делаю вот так. Когда что-то нормально попадется, а? Ну, вообще-то, нам сейчас... Ну, кстати, друзья, если мы будем копать дальше, нам попадется кирка, нам попадется еще какие-то разные предметы. Так, о, дерево как раз мне нужно, да. О. А пока какая-то как обяка попадается, что-то мне не очень. В смысле, как обяка? Пока что все попадается то, о, что... смотри, сундук, смотри! О, ведро воды, отлично, у нас есть ведро воды. Не топи меня. Смотрите, друзья, по идее, Тась, мы получаем то, что надо в начале выживания. Мы получаем дерево, мы получаем, короче, землю, что самое важное. У нас, видишь, уже вокруг уже такая небольшая это появляется. Уже не на одном блоке мы, ребят, мы уже не упадем. У нас есть свинтус, у нас есть ферма, смотри. Да. Так, сейчас я еще... Опа. Ой, что это произошло? Это что такое? Смотри. О, это, короче, так, ну-ка, забираем. Ломай его, следующий уровень, походу. Когда появляются сердечки, значит, мы перебываем. Да? О, смотри, все, следующий левел. Апгрейд через 8, 7, 6, 5. 5, 4, 3, 2, 1. Так. Все, второй левел, все, отлично. Давай, Тась. Это, короче, был у нас базовый заход. Классно, мне понравилось. Кстати, Тась, знаешь, что, аккуратнее, потому что могут появиться криперы. Да ты чё? И все взорвать здесь? Да нет! И все взорвать могут. Я думаю, тут есть все мобы, кроме крипера. Тут зачем? Тут будут и зомби, и вообще Тася могут съесть. Нет! А как мне потом жить, вот выживать? Так, я пока сажу, короче, дерево, пусть растет. Так, и дальше, короче, тоже мастерю. Пока, смотрите, там Тася наполняет сундуки. Так, кстати, посмотрим. О, нормально Тася работает. Короче, чисто Тася потеет, и в Генбро балдеет. Да, пахаем. О, это тыква. Смотри. Ну-ка. А, нет, это арбуз. Смотри. Арбузома. Так, сейчас, короче, значит, вот сюда ставим. Что-то я не... Что?
Я не ма говорю. А, так, так, короче, сейчас знаете что? Вот сюда сейчас будем делать вот такую небольшую эфир. Вот так, вот так, вот так, вот так. Так. Ну что, свинтус стоит, блин. Вот помогай. Так. О, еще одного свинтуса взял. Смотри. Отлично, короче, все. Иди отсюда. Подожди, их не сбрасывай. Нам будем разводить. Я чуть-чуть, он просто на блоке, я там стоял, я не могла копать. Ну ладно, а есть дерево еще? Дерево. Нам надо срочно дерево. Вот, смотри. Отлично, так, сейчас версточело. Так, все, делаем версточело, смотрите. Все, друзья, у нас есть версточело. Вот так вот копаем, копаем. Вот так вот так, вот так продолжаем. Вот так вот. Продолжаем. Так вот. Да что ж это такое? Может что-то уже нормально попасться, а? Да, ну вообще-то это и есть нормально. Нам сейчас как раз нужно дерево и этот. Следите, я думала, кирка попадется мне или лопатка какая-то. Кирку делать вообще-то надо. О-о-о. А что ты не делаешь? Корова. А сейчас я тут, короче, знаете что? Я тут вообще делаю нормально. Так, все, я сейчас, короче, делаю вот палки. Давайте сейчас сделаю кирку. Так, вон. О, все, кирка есть. На, Тась, тебе первая деревянная кирка, на. Давай. О, спасибо тебе большое. Все, теперь надо камень, короче. О, отлично, забираем вот это все. Теперь работа будет идти быстрее. Работа будет быстрее. Так, сейчас я сделаю ферму и туда буду всех заехать. Друзья, это вообще мега круто, я считаю. Так. А на втором уровне. О, смотри, сундук. Что в сундуке у нас? А, морковка. И семена тыквы. Отлично. Вот. Сейчас будешь сеять. Так, я пока, друзья, делаю ферму. У нас тут прям идет все очень-очень-очень-очень интересно. Такие стоят, тут у меня ферма, значит. Так. Так, вот, смотрите, я получил забор. О, отлично. Сейчас буду делать оградку для нашей... Кто там? О, смотри, овца! Отлично, смотрите, друзья, у нас... У нас... У нас сейчас будет ферма. Так... Посуньте, 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 вот. Кстати, уже вечереет, Тась, смотри. А если вечереет, то что, мобы будут попадаться, конечно, или что? Конечно, конечно. Нет, только не это. Короче, не, Тась, страшно. Все страшно. Короче, друзья, очень страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое, если мы знали, что если это такое. Если мы что это такое, да, мы не знаем, что это такое. Так, все, я здесь делаю ферму. Вот так, блин, нос чешется. Тась, что делать, если нос чешется? Не знаю. Почесать. Не идти никуда с друзьями, потом гулять. О-о-о. Так, блин, мне бы топор, короче. Здесь вот эту штуку надо сломать. Ладно, я сейчас ее сам сломаю. Ну же палец болит. Смотри, да. А когда там следующий уровень уже? Знаете, друзья, вы замечаете знакомые фразы? О, цыпочка. Где цыпочки, смотри. Вот, где цыпочки. Друзья, смотри. Вы замечаете знакомые фразы? Уже палец болит, короче, и так далее. Ну, я же копаю, я тут нажимаю, вот, стараюсь, потею. Ну ладно, ладно. А Евген Бро балдеет. Да, так. Сейчас я делаю, короче, друзья, калитка. О, калитка. Тыквы сколько, смотри. Офигеть, все. О, смотри, опа, смотри, уже всех загнал. О, что? Что случилось? Где показалось? Так, сейчас это Курякина. Курякина надо заполнить. Курякина? Толкай, толкай. Я пока покопаю. Главное, чтобы сейчас никто не попался. Особенно крипер. Ну, крипер это вообще будет крипово. Крипер это будет крипово. Нет, ты знаешь, а куда потом вообще убегать, когда он появится? Ну, в пустоту. В пустоту. Кстати, Тайс, тут нельзя свалиться, значит, будет game over. Блин, я не хочу заканчивать игру. О, смотри, еще одна свинюшка. На. Сейчас я, короче, я строю еще одну ферму. Так, она будет здесь, короче. Жень, знаешь что? Тут свинюшка стоит до краю, она не свалится. О, нет, она не свалится. Не, она не свалится. Она знает, что ты... Она умная? Она овер умная. Так, блин, как бы эту курицу загнать? Курякин, давай, тут иди туда. О. Давайте, давайте, давайте. Блин, так, сейчас я его задвину туда, давай, Курякин. А! О! Блин! Сундук! Выбрался. Ой, тут Курякин. Кожа. Тут дерево, саженец попался, смотри. На, о, бери. Отлично, все отлично. О, кожа есть, короче, все. Нормально. У нас есть земля? О, есть 16 земли, отлично вообще. Женя, сделай мне кирку, пожалуйста. Камня нету, камня. Вот как будет... А, все это сломалось, что ли? Это сломалось уже все. А все уже. Нифига. Надо было раньше. Так, да. Все, делаем, короче, Тайси новую кирку. Работяга, короче, Тайси работяга. Ой, давай, одна за другой ломаются. На кирку. Всё. Ой, спасибо тебе. Смотрите, Тайси уже накопала 172 блока. Вообще, смотри, вообще. О, Курякин, еще один Курякин, отлично. А мне послышалось звук зомби, ой-ой-ой, страшно стало.
Страшно стало. Боится, боится. Ты что? У меня броньки нету, какое зомби? Ну, по-моему, в ближайшее сейчас время не будет появляться зомби. Они будут появляться вот уже в будущем, когда мы уже, знаешь, прокачанные будем. Дерево надо, дерево. Тась, есть дерево? Нету? А, ну, я скидывала вроде бы. Если ты забрал, то все. Кстати, а зачем кому клины? Что вот, кстати, делать? Я как раз его взял. Из комка глины можно сделать, короче, кирпичи. Кирпичи, вау, а, нет, классно. Подожди. А, их переплавлять надо, надо печку, короче. Корова, смотри, Муму идет, давай доить. На. Вот. У нас ведро, кстати, есть. Надо, короче, кушать. Знаешь, поводок забрать. Так, сейчас вот свинякина сейчас затолкает. Давай, лезь туда, свинякин, давай, блин. Давай, давай. Слушайтесь, Женечку. Вообще очень сложно задвигать их туда. Ну ладно, я их потом задвину, короче. Так, что там у тебя? Смотри, я тут накопала такого, накопала. О, земля есть, отлично. Нам надо камень, как будет камень, кричи, либо сундук, короче. Хорошо, хорошо, прям... пока только глина попадает, зачем? Прям, короче, ори громко. Хорошо. Только чтобы подписчики не оглохли. Ну, я постараюсь. Ну, все, отлично, как бы. Но еще ничего нету. Вот, так что да. Работаем, работаем, копаем, копаем. Так, а я пока, короче, заборчик буду делать. Блин, у меня, чтобы дальше делать... О, еще корова, смотри. Еще корова. О, есть дерево, отлично, забираем дерево. Вот, еще дерево я тебе дала. Во, отлично, смотрите, друзья. Прям четко, четко. Сейчас будет расти. О, смотри, сундук, смотри. О, сюда, о, яблоки, семена. Забираем, забираем. Так, теперь, короче, друзья, надо сделать еще доски. Вот я сделал доски, палки. И сейчас сделаю забор. Ты посмотри, тут ничего еще нет. А, забери коров, пожалуйста, они не мешают здесь. А ну-ка, уходите, уходите, я вас не звала. Мешают. Мешают. Я сейчас их просто загашу и все. И это что? Нас тут ферма, мы будем разводить, короче, живность, короче. Там, смотрите, есть корова, овца, курица, свинья и Тася. Отличная ферма. Ферма, фермер принимай, значит, вот это все. Ой, я опять думала, что овца, вот смотри, еще вылупилась. На, на. Так, сейчас мы их всех заведем. Ой, чуть свинья не упала, короче. Давай, делай, а сейчас мы их всех попробуем. О, надо дерево. У меня кирка. Опять? Дерево. Да. Ну как ты так? Так я же копаю, ну так вот, а вот так, а вот так. Ладно, делаю тебе новую кирку. Вот она. Оп. На, вручаем, короче, кирочку. Скипетр. Скипетр, давай. Жезл, короче. Жезл. Пора за работу. Вот, которым я добываю ценные ресурсы для выживания. Не, ну слушайте, смотрите уже. Здрасте, посмотрите, какие уже тут масштабы, тут ферма. Смотрите, у нас один блок был, друзья. Один блок. Полным ходом, полноценная ферма. Сейчас вот уже скоро восход будет. А где там солнце, ну-ка? Где там солнце? С какой стороны солнце? Вон оно, вон оно поднимается, вон оно поднимается. Где? Все, сейчас... вон. Где вон? Где? Вон, 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 вон внизу, видишь? Вон. Не, не вижу. Вот, вот, вот. Не страшно, я упаду, не страшно, так, не ладно. Страшно. Ребят, кто боится высоты? Я боюсь высоты. Ты боишься высоты? Очень сильно боюсь высоты. Я боюсь, знаешь, не высоты, а я боюсь упасть. А-а-а, вон как, видали, друзья? Да. Так, о, у нас тут есть земель. Нифига, у меня уже 52 блока земли. Так, сейчас я... О, цыпа, 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 все кину. Я думал, короче, это... Так, зомби, да? Я думал, да, я думал зомби. Она как-то вспомнится, когда такой звук реально как зомби появляется. Ну да, вообще, уже смотри, все вроде светать начинает. Сейчас вот здесь вот так вот продолжу. Ура! Смотрите, у нас тут ферма вообще продолжается. Вот так вот, оп-оп-оп. Слушай, ну мне нравится, мне нравится. Чувствую себя кротом, все копаю и копаю. Короче, если кто будет спрашивать, Тася крот. Ну мы-то, кстати, даже еще до камня не дошли. Нам надо... Давай, Тася, жестче, жестче копай. Да ты же мне не сделал никакого кирку. Да камня нет, же. Камня. Надо сейчас до камня дойти, тогда все будет у нас. Надо до камня. У нас есть глина. Ты мне из глины слепи. Из глины, короче. О, дерево есть, отлично. Все, друзья, крафтим доски. Все, доски я сделал. Сейчас, короче, наконец-то мы сделаем... А, это березы, что ли? Опачки! Женя, смотри, что! Что там? Сундук! О, отлично, смотрите. Яблоки тут все дела. Ягодки какие-то были. Что за ягодки были? И это для лисы. Мы будем разводить лис, короче. У нас будет ферма лис. Кайф. Все, отлично. Давай себе копай. Давай, давай, давай. Жестче, жестче копаем. Жестче, жестче. Копаю, 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 копаю. Блин, палец болит. Палец болит, короче. Отлично. Слушайте, ребята, это прям работенка. Это я понимаю. Я, короче, распределяю ресурсы. Тася копает.
Что там, где солнце? А вон же, солнце уже очень близко, сейчас рассвет реально будет. Где камень? Я хочу нормальную кирку сделать! Ну да, кстати, друзья, о, наконец-то дерево, Тася, копаю, сейчас, короче, о, вот еще дерево. Вот еще дерево, сейчас я тебе скину все, в сундук выложу, да трындец, можно мне больше дерева! Вот, больше дерева! Вообще, вообще нормально, сейчас забор доделаю. О, сейчас я в натуре забор доделаю. Вот, красота. О, вообще хорошо пошло. Красотища какая, смотри. О, следующий уровень, все, следующий будет камень, значит. Ура! Давай. Копаем сейчас. Его, ну-ка. У меня как раз кирка скоро поломается. О, все, все, отлично. Так, дерево забираем, офигеть. Смотрите, считает. Так, считает, 14. Я пока забор сделаю. Я пока отдохну, посмотрю, что тут у тебя. Боже, как красиво, какая красота. Вау, дерево. 3-4, 3-2, 1. О, смотрим. 1. Камень, все! Сейчас мне сделаешь кирку. Да, все, сейчас, короче, будет кирка. Так, свинтус, отойди. Так, о. Будет быстрее работа. Работа вообще пойдет максимально. Вот, на, делай. Все, смотрите, булыжник есть, все, делаем сейчас кирочку. И скорость копания увеличится. То есть, все, Тася пойдет просто копать, как ниндзя, короче, мексиканский. Все, у меня закончилось, да. На, держи, все. Есть новая обновочка. Новая обновочка, смотрите, просто обновочку дали. Почему копаю я, а Евген получил достижение? Почему не я? По-моему, что это такое? Все по справедливости, да? Да. Смотри, что, железная руда и уголь, короче. Железо? О, отлично. Да, вот, железо пошло. Отлично. Смотри, я тут сейчас завожу, короче, всех на ферму. Отлично. Где железо? О, камень. Вот здесь, да. Вот еще железо. О, сейчас железную кирку тебе переплавим. Красотища какая! А то была всякая такая. Смотрите, друзья, апгрейд пошел. Все, я ставлю, короче, печку. Все, у нас тут будет шахта Уралмаш, короче. Вот, смотри-ка, смотри! О, грибная корова, отлично. Привет, подружка. Че ты в краску вымазалась? О, смотри, тут яйцо. Вообще-то. Вот, где? А вот, там, пособирай. Все, отлично, смотрите. О, сейчас забираю. Все, тебя куры не на ферме несут-то. А если бы яйцо не туда снеслось, а туда, в бесконечность? Блин, корова забежала. Ладно, я потом их всех загоню туда. Куда... Так, а ну-ка, они мне мешают. Все, что друзья, ж ты, щас... если у него сидел? Сейчас мы их будем загонять, друзья. Сейчас загоним. Так, друзья, мы за кадром кое-как их всех загнали по фермам. Смотрите. Вот, отлично. Давай, все, копаем. Это было супер тяжело, да. Я копаю. Знаешь, что мне кажется? Но. Сейчас же мы на третьем уже уровне, да? Но. А мне страшно там будет. О, еще смотри, грибная. Еще корова. Так, смотри. Сейчас мы ее загоним аккуратненько. Так. Ладно, потом ее загоню. Или сейчас ее загнать, так. Может, я смогу? Скоро мобы какие-то будут, нет? Так. Не будет никого. О, смотри, сундук! Сейчас. О, блин, корову. Ладно, пусть она... тут ничего такого. Ничего такого. Тут уголь и грибы. Ты любишь грибы? Нет, кстати. Почему? Не знаю. Мне не нравится. Такая, знаете, Тася так спрашивает. Ты что, мне хочешь грибами накормить? Такая, блин. Знаете, там у Таси все фирменные блюда, это грибы, наверное. Я такая, блин. Ну, если я в лесу... Ты че? Живой, не знаешь, что я так грибами питаюсь. Ой, смотри, а что пустой? А что пустой блок? А, вот, нет, ничего не пустой. Что-то ну залагало. Да, залагало. Так, лагает кура. Не лагает, залагало, да. Так, тут вот так вот делаем, вот так вот. Все, смотрите, у нас, может, тут еще одну? Сейчас, наверное, тут еще одну ферму сделаю, чтобы сюда загонять, короче, животных. Ой, зомби! Отбегай, сейчас его скинем. Так, оба. Смотри, первые уже, смотрите, монстры. Пошел отсюда. Все, отлично, мы его скинули, друзья. Что это было неожиданно? Короче... Блин, мне кажется, вот после него будет какой-то крипер. Смотрите, все, у Таси сейчас будет, короче, боязнь криперов. Мне уже страшно, да, вот было, ты знаешь, типа, ты копаешь, ты никогда не знаешь, что сейчас появится, вот вообще без понятия. Это как мем, короче, никогда не знаю, никогда не задумываешь, что у человека в голове, да, знаешь, и тут ты никогда не знаешь, какой же выпадет, что здесь выпадет, какой блок или какой блок вообще. Да. Так, я тогда пока, знаете, это друзья, страшно. Я сейчас буду возводить, короче, еще одну ферму, потому что. А потому что я надо так больше могу. Места. Между... Вот, да, это классно. Так, раз, два, три. Потому вот, что так. Я могу. А, блин! Что там? Еще два, смотри!
Смотри, они бронированы, смотри! Давай, гаси, попробуем их тут загасить. Так аккуратно. Идите чтоб... отсюда, валите отсюда! Нафиг вообще. Нафиг. Пошел. Смотри, Тася ругается, короче. Надумал меня здесь это. Ой, сори, я не хотела же меня! О, загасили, охота на монстров. Почему? Почему вообще-то гашу их я, а получаешь достижение ты? Что это такое? По-моему, справедливо, друзья. Как вы считаете, справедливо или несправедливо? Нет, несправедливо, я его гасила. Смотрите, Тася такая говорит, нет, несправедливо. Тась, по-моему, справедливо. Друзья, как вы считаете, справедливо или несправедливо? Вообще-то я тут копаю, у меня уже пальцы болят, а ты вот это... Ой, все, я обиделась. Да. Вот, руду всякую, тут глину, вот смотри, вот еще руды. Обиделась. У меня кирка пала. Тася не должна обижаться. Друзья, мы с ней сработались. Так, вот так вот делаем, вот так вот. О, все, так, заводить сейчас будем корову. Ты мне кирку дай. Че, сломалась, что ли? Ну да. А. Сундук! Отлично, сейчас подожди, прибегу. Опачки. А что можно сделать с пера? Тут перо и угля. Куча. Так, на. Ну, я не знаю. Лук как вариант. О, классно. Смотрите, как Тася там рассуждает. Классно, говорит. Так, сейчас эту корову загоним сюда. Ой, что на мне сломалось? Так. Что сломалось? У тебя что? У тебя сломалось? Так. В смысле? Я... Как у тебя могло что-то сломаться? Так, загоди. Смотри, кролики! У нас сегодня будет кроличий рагу. Отлично. Нет! Они выпрыгли, смотри! Ну да! Два, короче, вообще упрыгало. Блин, я не могу корову. Ладно, давай, копай дальше, короче. Мне жалко, они упрыгали. Так, я пока глину буду переплавлять. Все, я гружу в печку. Ос. Железо. Есть еще железо? Железо, да, вроде бы было. Да. Да? Да? Давай. Два блока, да. О, отлично. Сейчас тебе железную кирку сплавлю. Ты опять я достижение получил. Опять ты получил. Ну Не, ну работаю я, все достижения Жень. Ну что? Круто, смотри, на тебя корова смотрит, ей интересно. Где справедливость? Вот кролики, лови пушистиков. Смотри, они забежали, я их поймал. Ты молодец. Одно достижение тебе честно присваивается. Вот еще кролик. Так, нет, не улетай, не убегай. Он рипнулся. Ну почти, вот смотри, вот на грани стоит. Нет, не надо это делать, не надо, постой. Вот, ура. Он тут бегает. Ты не Тася так вообще... лучший психолог. Так, все. Спасла от крушения одного зайчика. Так, да. Заходи лучше вот в клеточку, не выдумывай, не надо. Не делай глупости. Нет, ты еще молодой. Постой. Так, ты еще молодой, постой. Так, все, смотрите, есть кирка, короче. Да, железную кирку, да. О, классно. Ой, кирка без дела не ржавеет. Вау. О, как раз нас закат. Короче, я предлагаю на этой ноте и заканчивать первую серию. В общем, пока там Тася копает. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Да, обязательно жмите колокольчик, и чтобы ничего не пропустить. Да. И всем, короче, пока. Набираем много лайков, и будет сериал дальше один на одного блока. Всем пока.